Всем привет, друзья! Что-то у меня уже стало традицией в январе не выпускать ролики, так что тысячекратное извинение. Честно сказать, больше года назад пришла мне идея в голову, как сделать намного красочнее видеоролики, полезнее. И последнее время я прям больной этой идеей. Сейчас я не буду раскрывать все карты, пусть будет небольшая интрига. В общем, в январе записывал много роликов, монтировал. Ну, честно сказать, на фоне той идеи, что мне пришла в голову, они как-то не очень красочно смотрятся. Поэтому многие ролики я просто забраковал. Ну а сейчас просто пришел к мнению, что лучше все-таки сделать плохой ролик, чем идеальный, но не сделать. В последнее время еще участились мне звонки, письма. Люди пишут буквально во все соцсети с просьбой о помощи. У многих проблемы с печами. На это уходит очень много времени. И в данном ролике хотел показать проект одной печи. Мне прислал ее один из подписчиков. Сделал он ее в программе SketchUp. И попросил подкорректировать или хотя бы посмотреть, правильно он ли все сделал. Я эту печь подкорректировал, но начал искать его письмо и так и не нашел, потому что писем очень много и пишут в разные места, поэтому искал, так я ничего и не нашел, поэтому решил я записать видеоролик в надежде, что он все-таки посмотрит его. Итак, предлагаю посмотреть на проект печи, который прислал мне подписчик, и как я переделал эту печь, чтобы сделать ее лучше. Итак, друзья, вот так вот выглядит печь в программе SketchUp, которую прислал мне подписчик. Так вот она выглядит в разрезе. Здесь, как видно, получается, что горячие газы, вот тут вот колосники, за счет тяги, да и свободного движения газов, будет идти вот таким вот образом. Горячие газы идут змейкой, то есть вот таким образом. И получается так, что первый канал будет самый горячий, последний самый холодный. Каждый канал прогревается по-разному. Что бы я улучшил в данный момент здесь? Во-первых, я вот эти проходы делаю на два кирпича. Если вот как вот тут вот автор сделал рассечки кирпичом на ребро, то я бы вот это место удалил бы. То есть вот эти 4 кирпича удалил, вот здесь один убрал бы. Это для того, чтобы более холодные газы, допустим, забыли вот здесь задвижку закрыть, и через неплотности дверок холодные газы будут поступать через поддувальную дверку, и вот они бы шли бы вот так вот, сразу напрямик. Своего рода это превратился бы в колпак. Ну и, соответственно, вот тут вот бы удалил. Ну, здесь так же самое. Проход делал бы в два ряда кирпича. В два ряда или же три ряда, если кладка идет в пол кирпича. То есть проходы я делаю вот три кирпича, если кладка идет в пол кирпича. Или два ряда, если на ребро. Так, что бы еще сделал? И скорее всего вот тут вот бы нишу сделал. То есть, чтобы вот этот низ печи, ну то есть шанцы или как они называются, то есть тоже бы вот тут бы эффективнее бы отдавало тепло. В принципе, это полностью рабочая схема. Ну, это, честно сказать, взгляд в далекое-далекое прошлое. Я, наверное, такие печи делал, ну, наверное, четверть века назад. Потом отказался я от такой системы, где горячие газы идут змейкой. Сейчас покажу то, что я сделал. То есть внешне они похожи. Единственное, я, конечно, добавил дверки все. Вот так вот, друзья, печь выглядит в разрезе. Два проекта печи в разрезе. Слева это в оригинале, то, что мне прислал подписчик. И вот какие изменения я сделал в правой части. Так, начнем с топки.
Во-первых, я сделал здесь, добавил рассечку, то есть вот в этом месте, и убрал вот эти лишние кирпичи, чтобы прогревалась печь с самого низа. Честно сказать, вот это перекрытие я бы приподнял бы рядка на 2 выше, чтобы топка немножко глубже была. Так, в верхней части здесь у автора 3 рядами перекрытие идет самой печки. Я думаю, это много, 2 достаточно, один рядок я убрал. И сделал рассечки в пол кирпича. Здесь 5 каналов, здесь я сделал 4 канала. По большому счету, в принципе, вот эти рассечки можно даже и не класть. Сделать полностью колпачок, то есть меньше кирпича пойдет. Ну, это плюс для кладки, то есть получается меньше кирпича пойдет и легче кладку можно делать. Ну, а с рассечками лучше, то есть больше тепла будет сохраняться в самой печи, так как вот эти кирпичи тоже будут нагреваться. В общем, я бы рекомендовал именно сделать вот таким образом. Можно без вот этих рассечек полностью сделать. Рассечки можно на ребро поставить, ну, неважно. Ну, вот, пожалуй, все. Вот такие вот изменения.